Всем добра и здравия, дорогие друзья, с вами Тархонт и День Победы 4 за Великогерманский Рейх в моде «Темный час» и продолжаем нашу кампанию. В прошлой серии мы окружили Москву, теперь мы как клещи своеобразно здесь выглядим, ну смотрите, просто ужик и пробились к Москве прям по прямой линии буквально, просто протопали наши танки галопом по московским дорогам и пробрались куда надо. Да, это буст, да, я знаю, что это не очень культурно и красиво делать, про что мне написали и все такое, но я решил сделать так, разницы особо нет, мне уже надоело просто ждать 5,5 миллиамов, и так Советский Союз потерял, по-моему, здесь уже и так понятно, к чему все это приведет, ну, просто 347 против 5 миллионов, здесь даже не то, что в 10 раз. Здесь намного больше он потерял на наших солдат. Поэтому сейчас мы укрепляемся и сидим и ждем того, чего будет. Так, что у нас здесь? Я вижу то, что нас пытаются занять. 2 дня, 1 час. На, 15 часов, прекрасно. Уходим. Так, здесь у нас укрепление. То есть здесь мы смогли с вами встать, и Москву мы окружили. Так, здесь тоже окружено. Но здесь я вижу одну проблему. То, что несмотря ни на что, половина-половина. Здесь у нас держатся. Надо будет сюда вот куда-нибудь. Половинку. Сюда вот. И тем самым у нас 4 танчика, да, отлетают. Прекрасно. Просто смотри, что здесь. Во-первых, по 2 танка, да, надо однозначно. Ага, пятеро, 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 пятеро. Идет сюда. Половинка это пятеро, трешечка идет сюда. Тогда я думаю, вот эти вот все вообще отправятся ближе к Москве. Ой, как ты решил отправиться? Ты что? Ты Москву решил забрать? Ты мне давай вот эту. Систему не ломай. Система только построена, а ты мне уже и ломаешь. Нельзя так. Нельзя так делать. Так, а что я тогда туплю-то? 24 я отправил куда? А, 24 отправил прям моментально куда надо, да? С 24-мя-то я не прогадал. Так, хорошо, здесь наши держатся тоже. Так, время спускаем немножко. Ну, в плане того, что максимального времени. Здесь пока нас не пытаются. Давай, нет, не пытаются. А мы здесь пыль. Это зараза такая. Ага. Давай, контратакуем потом. Ну, мы такие заразюки, мы контратакой потом пойдем. Так, этот мне не нравится совсем, что он творит. Наши войска хоть успевают, но так себе успевают. Тогда-то сюда-сюда. Так, здесь наши держатся. Контратаки какие-то бессмысленные. Что-то какой-то бессмысленные вещи здесь творятся. Так, вы, лично вы, берете атаку здесь. И ваша цель продавить вот так вот. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Так, все сюда, один идет вот так. Зашивать вот это вот добро. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Успевает, успевает, успевает. Здесь вот прогал остается некрасивенький, да? Угу. Некрасивенький прогал, я бы вам сказал. А, ну сейчас мы его решаем. Сейчас мы его банально так решим. Ну ты чё? Мы сейчас тут контратаки... О-хо-хо-хо-хо-хо. Пробились даже сюда, нифига себе. Отступаем. Так, ну смотрим, что у нас здесь. Наши танки здесь своеобразненьким таким красивым макаром смогли пробраться. Тогда уничтожаем эту армию. Сейчас бы главное не зайти туда, да? Не зайти бы и не сломать то, что я строил, и то, что я делал. Бронеавтомобиль новый, давай берем. Так, так, нам атакуют, атакуют. Здесь мы линию выстрелили. Ой, у нас даже 2 танчика дополнительно. По-моему, можно вот так вот сделать. Можно вполне себе неплохо вот так вот сделать. Наши танки здесь идут, здесь наши танки держатся. По-моему, здесь никаких проблем нет. По-моему, здесь все легко. Ага, смотри. Все, прекрасно. Надо было уничтожить просто. Так, один танк сюда. Один танк сюда. Ой, нет, 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 нет. Пожалуйста, давай только не напрямик. Я его знаю, они сейчас тут так вот заедут ведь куда не надо. Как говорится, и я их знаю. А, то так, давайте лучше, погнали.
А что, у нас с снабжением проблема, что ли? 45 из 38 минут. Да, сейчас уведем танки лишние, не переживай. А, ты что, сюда ходишь? Опа, ну, опа, давай, давай. Вот этот. Сбагриваем сюда, сбагриваем сюда, сбагриваем. Прекрасно. Что-то как-то не ахти, да, идет? Сейчас здесь разберемся. Так, Смоленск, да? Прекрасно. Смоленск, так, многозада... Неудачненько немножко вышло, да, с Смоленском. По-моему, он того. Немножко, да? Немножечко того. Так. Что у нас тут? Чего, погодите? Чего вздумали? Вздумали атаковать? Ну-ну. Так, идешь так. Прекрасно. Наши войска здесь давят. Здесь мы стоим. По-моему, здесь шансов у врага уже нет. Вот. По-моему. Так, вот это интересненько, интересненько, интересно. Интеллиус на девке пляшут. Ничего не скажу, ничего не скажу. За ногу вас. За ногу, за ногу, за ногу, за ногу, за ногу, за ногу, за ногу. Ну, понятное дело. Тут было и так ясно, что они, скорее всего, так сделают. Так, получается то, что эта вот наша часть спокойненько так переехала и стала здесь. Ага. Да, широкий фронт вдруг стал не широким. Половина танков, Витебск тогда давай. А что у нас здесь как хреновенько? Что у нас здесь хреновенько, я вам скажу. Ворон держится? Держится, хорошо. Тогда давай этот танк сюда, а вы вдвоем вот сюда. Что-то мне не нравится, то, что меня здесь так сильно атакуют. Вообще не нравится. Так. Что у нас там? Атака-то идет? Идет. Хорошо идет. Хорошо зашло. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, а ты что тут стоишь? Давайте Манштейн сведем вот сюда вот. Что-то у меня как-то здесь не везде идеальные 2-2-2, как я хотел. А тут что? А ну-ка. Так, вот эту двоечку лучше. Что он тут творит? Объясни мне, пожалуйста. Вот двоечка откуда-то лишненькая. Откуда-то лишняя двоечка, да? Не досчитал, называется. Получается, у врага снабжение уже идти не должно, да? Чего у него там? Снабжение. Способность до сих пор большая. Ну, попытки атаковать это понятное дело, то есть, даже я бы сказал, логичные в целом. Но безуспешные. Так, что у нас по производству? Средних девяточка. Ох ты, прекрасно. Давай немножко сеть средних танчиков еще обучу. Где у нас там хорошие средние танки? Во. Ед мое любимое. Вот, прекрасненько. Ну, куда-нибудь сюда. Мы же будем атаковать, потом надо будет драться. Где у нас пехота-то, кстати? Вот, наш пехот притопал. Правда, я не знаю, к чертям она здесь сдалась. То есть, к чертям нам ее надо сюда здесь использовать. Ну, давай, типа, это, укрепление. Что тут делать-то? Че, где-то вообще нужна? Объясни мне, пожалуйста. Где-то вообще здесь сдалась? Вот что хороший вопрос для меня. Что ты творишь? Объясни, пожалуйста. Давай-ка сюда. Я хочу немножко расширить свое влияние на эти земельюшки. Так, а что у нас тут? Москву пытаются пробить? Ой, ничего не уходит. Ну, давай. Я в обороне постоять не против. Танки просто уничтожаются, что только можно. А где у нас еще два черных танка? А, вот они. Тут и. Так, Ромель, ты тут прям можешь, это, чеки-брики в дамки выйти. А мы к Минску, да, подошли? Между прочим, так-то. Мы, между прочим, к Минску подошли. Вот это интересное дело. Пятера, пятера, сейчас как тут, эх, 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 прям как. Сейчас как ухнем. Что ж бухнем, бахнем, жахнем. Как угодно можно это назвать дело. Но мы сейчас тут прям разойдемся, мне кажется. Так, а что здесь? Ой, как куча дивизий-то вражеских. Прям толпень. Прям ужасная толпень. Думаю, справимся, не впервой. Опа-на, опа-на, опа-на. Вот это да, вот это да. Вот это дело. Вот это тело. Вот это тело, я вам скажу. Ага. Ага. Вот это да. Вот это. Вот это девки пляж. Вот нас умудрились отсюда выкинуть. Вот тут. Вот что они дают, вот что они дают. А я-то думал, сейчас тут такие типа... Эть, и все готово. Ага, ага, ага. Советский Союз-то так просто не сдается.
Союз нерешимый. Реально нерешимый. Просто так сдаваться не хочет. Что ты тут делаешь? Атаки с разных направлений? Ну, конечно. Да зараз ты такая. Ну, давай. Думаешь, я тебе дам возможность? То есть ты хочешь вот так вот, да, сказать? То, что я, несмотря ни на что... Нет, ты идешь сюда вот. Так, это мне не нравится. Идешь сюда. Отлично, здесь мы смогли пробить. Идешь сюда. Удерживаешь их. Ну, тут начинает, пытается нас сдержать. Так, что у нас здесь вообще сами? Попытки отбить нас просто жестокие. Но надо было границу, конечно, отодвигать сразу же. С моей стороны, это было очень глупо надеяться на то, что здесь все пройдет быстро и легко. Так. Ну-ка, давай-ка. Давай-ка, сейчас решать будем. А ну, к чертям тебя пошлем. Да я сказал отступить, мать вашу, за ногу. Значит, отступить. Отступить, значит, отступить. И идти вот сюда вот. А там сдержит. Там сдержит пехота. Там как бы все ясно. Так, что у нас тут по линии? Москва, конечно, вот. Ударница прям. Ну давай, 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 танки, давайте. Можете же, можете же. Ну-ка. От винта, как говорится, да, и к песне. От винта из песни, о, из песней. Все, погнали, погнали, погнали. Ну. Ну уже, ребятки, ну уже. Что-то ты мне не нравишься вообще. Так, здесь уже стоим на обороне, потому что сейчас уже пойдет просто жесткач. Отходит сюда, отходит сюда. Так. Бьем. Давай, ну сюда. Надо умудриться убить. Встаем в защиту. Сюда отходишь, отходишь, отходишь. Отлично. Взяли, 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 взяли. Все, прекрасно. Держимся. Теперь главное сдержаться. Теперь главное сдержаться. Да и чтобы вас за ногу держать. Все, ну здесь уже решено. Так, что у нас здесь? Странненько. А где танки? Куда пробили? Кого? Что? Зачем? Вообще, каким макаром? Объясните мне, пожалуйста. Как вы здесь умудрились пробиться? Объясните мне, пожалуйста. Объясните мне, как. Ух ты, какая здесь атака-то идет. Наши танки-то что? Решили встать? Решили, что хватит атаковать? Не, ну, конечно, дело хорошее, я ничего не говорю. Атаковать, может быть, и хватит, но не сейчас. Так, военные заводы активненько. Французское государство не хочет получать от нас активно военные заводы. Хорошо, но тут уже все застраивается. Ну ладно. Тогда давайте построим на своей и, наверное, побольше. На строительных всяких. Фентифлюшек, хорошо. Да, отступайте. Танки, отступайте, мать вашу за ногу. А вот эти что тут делают? Ну-ка, ну-ка. Танки, уходите, уходите. Так, у тебя слишком широко этот фронт. Вот прям. Почему я тебя выполняю? Я же тебя поставил выполнять. Все, выполняйся. Пытаются нашу танковую линию он прожать, но у него не выходит. Что в целом-то и логично, сам по себе. Атакуем сюда. А, можно же Смоленск уже пробивать, да? Хотя зачем это надо? Хороший вопрос. Мы лишь здесь немножко танками вот так вот поможем. Знаешь, когда ты держишь границу танками, по-моему, что-то пошло не так в этой игре, да? По-моему, ты куда-то не туда заглянул. Держать границу танками — это слишком. Он, кстати, пытается. Он, по-моему, сейчас в ноль будет слетать. Ты рекрутов побольше взял? Да. Знаешь, он взял обязательную службу, но у него уже рекрутов не остается. Кажется, что-то пошло не так. А тут не хватает снабжения, да? Там снабжения не хватает. То, что регион Москва захвачен нами частично. А поставлять туда надо много, поэтому как бы все понятное дело. Сколько у нас там? 410 потерь уже. Многоватенько, многоватенько, ничего не скажешь.
410 это много. Так, 24. Ты тут как действуешь вообще? Действует. Хорошо, 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 хорошо. Почему у тебя... Почему твое действие залетает еще и сюда? Объясни мне, пожалуйста. Я, конечно, тебе широкий фронт ставил, я ничего не отрицаю, но как-то ты, по-моему, многоватенько уже действуешь. Так, теперь. Надоело мне ваше такое положение здесь. Пошли как к чертям просто, собаки. Да-д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 а. Пошлите. Границу буду отодвигать. А то что-то как-то... Жизнь моя тяжкая, тяжкая слишком. Ага, вот, смотри, двоечку отсюда мы можем отоднять. И как раз отправить вот сюда, вот. И понять, что здесь как бы не особо много чего решит это. Ну хорошо, успеет, наверное, да? Вопрос хороший. Успеет ли? Вот в чем вопрос, на самом деле. Так, от Москвы отгоняем врага. Ну непорядок, непорядок, что враг здесь, поэтому отгоняем. Да хорош тебя уже тут у нас иметь. Имеет ведь зараза такая. Так. Поддержку. Поддержку. Ладно, не в поддержку. Сюда, сюда, сюда. Нет, итальянец, мать твою, за ногу. Да блин, бы тебя за ногу подрал. Ну и как я могу этих убрать? Он же захватит Москву, зараза-то такая. Ну давай. Ну ладно, обуз со столицей не вышел, поэтому мы будем воевать честно. Окей. 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 Ну окей, так уж и быть, что поделать, что поделать. Война с Советским Союзом будет долгой, муторной, нужной, ненужной, без разницы. Как президент Антовы? Хорошо. Ну давай, захватывай. Мать тебя за ногу подери. Ну, почему бы? Нет, раз уж начал, то что поделаешь. А, кстати, подожди, точно отозвать не могу никак? Запросить ленд-лиз, отправить, вернуть войска. Ну, почему я не могу отправить или вернуть войска? Почему я не могу отказаться от, типа... Вот, кстати, было глупо, да, с моей стороны соглашаться на его этих... Своеобразных истинных кондотеров. Погоди, а если он в альянс ко мне войдет, а потом его выгоню? Не, я потом его не выгоню, да? Потом из нашего альянса его выгнать будет сложно, да? То есть, потом его шли, не шли, он не вышлится, да? А тут что с Ираком? А, ну если мы сейчас на Ирак оправдаем войну, то он вступится в войну с нами, да? Войну на стороне Советского Союза. Ну, зато можем захватить себе нефть. Почему бы нет, кстати? Почему я сижу и не оправдываю войну здесь? Хороший вопрос. Для меня в том числе, типа, я сам не понимаю, почему. Это так? Но почему-то так. Почему-то так. Ну, хорошо. Ну, давай, забирай. Так уж и быть. Ну, что поделать? Раз такое дело, то, как говорится. Что поделать, что поделать. Что уж есть. Что уж есть, то есть. Ничего не отнять здесь. Давай забираем Москву. Зараза ты такая. Забрал. Столица переехала куда? В Сталинград, конечно же. Население меньше от этого у него стало или больше? Вот мне, кстати, интересно, население-то как у него подрезалось, да? Ведь? Да, в ноль. Отлично. Мне кажется, у врага не все так гладко сейчас, да? Как хотелось бы. Так, падение Москвы. Ох, прям какая новость-то радостная. Ну, наверное. Я не знаю насчет радости от этой новости большой. Она мне лично радость особо не доставляет. Ну, ладно. Ну, пал Москва и пал. Нафига, я не понимаю. Нафига нам надо было ее ронять? В смысле, я в этом особо не вижу. Но раз было сделано, то почему бы и нет? Раз сделано, то значит не просто так. Советский Союз просто крошит об нас свои войска. Прям крошит и крошит. Крошит 6,6 миллионов. Боже мой, ну Советский Союз, ну что ты творишь? Объясни мне, пожалуйста, ну нафига ты это делаешь? Нафига ты это творишь, а? Нафига, нафига, нафига. Реально, нафига он это делает? Так, все, не-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 не. Здесь я не пойду в атаку дальше. Так, что у нас там? Ага. Наши танки здесь прям красавцы. Так, хорошо пробрались.
атаковали прям знатненько. Вот наши, в отличие от нашей пехоты, которая тут что-то как-то вообще не ахти куда никак. Не зашла ничего. Так, хорош. Все. Кто там еще атакует? Алло, стоять. Сказал стоять, нет, не стоять. Ну, непослушные твари. Непослушные. Какие танки держат прямо оборону на раз-два, по-моему. Тут с танк... в танках я был уверен, как бы. Тут это... И это не вопрос. Танки сейчас даже дальше их выдавят, типа, чтобы река не мешалась. Ну ладно, так уж и быть, раз ты хочешь, то давай. А здесь неудобно будет, да, видишь, ширина разлетается. Тогда... Блин, тогда ладно. Просто тут немножко помусолим. Ну хорошо, хорошо, так уж и быть, и тут проедем. Опять же рискованно лючка спушать повышение. Так, а что у нас? У нас, ага, у нас уже здесь под Москвой бы нужна помощь. Под Москвой бы авиация не помешала. Так. Ну это сложно, да, как я вижу. В центральном направлении. Вот, можем так вот, отлично. Так, так, здрасте. Эй, алло, вы чё, вообще что ли офигели? Я не понял, что это такое-то? Что это вообще такое было, мать вашу? Объясните мне, пожалуйста. То есть вас, к черту с два, выгоняют из всех ваших позиций просто на раз-два, вы серьезно? Танки, держаться до конца, стоять, прям вот, знаешь, стоять. Так, тут парике встали, прекрасно. А тут что, а тут парике как-то не очень осталось, да? Тогда давай вот так вот. Просто тут надо встать. Реально надо встать. Будет красиво. Давай, еще добровольцев в этой тали. Давай, давай. Советский Союз там призыв повыше не включил? Не, еще не включил. Я не знаю, кем он воюет. Остатками населения, наверное. Оно явно все равно есть. Так, здесь мы пробрались, стали по реке, а здесь нам не хватает двух танков явно. Вообще не знаю, зачем я вышел на всю эту территорию, то есть... Здесь как бы у меня пограничная такая, знаешь, земля. Зато снабжение прекрасно, то есть наши войска стоят, охраняют просто. Знаешь, война не идет с их участием. Они просто отдыхают. По-моему, нормальное дело. Вполне себе. Ну-ка. Ну-ка, давай поможем. Здесь могут выйти. Ну, не торопится, кстати. Ну и молодцы. Ну и не торопится. Нанай. Просто нанай. Какой-то здесь. А что здесь вообще творится? Почему здесь опять красный танк стоит без дела? Почему все красные танки там стоят? Алло. Ребятки, вы должны быть где-то здесь в этот момент. Драться, воевать, я не знаю, еще что-нибудь. Никак не стоять просто. Да что ты тут творишь, алло? Алло, гараж. Объясни мне, пожалуйста. Что ты тут творишь? Минск пытаешься удержать? Ну, конечно. А ты в контратаку давай. О, красава. Ладно. Слишком многого от тебя захотел, я знаю. Эх, не успеваю. Знаешь, было бы как классно их сейчас прийти туда и шотнуть. Было бы вообще классно. Ну, не выходит. Не выходит, к сожалению. Ну, мы тут таким макаром залетели. Ладно, так уж быть. Не знаю, что я тут творю. Я не знаю, зачем я вообще здесь атакую в целом-то. То есть здесь смысла от моей атаки как бы особого-то и нету. Но я, первое, опять же, не понимаю, что я тут, что ты опять сюда ушел? Алло. Так, двоечка здесь и здесь. Ага, все, вижу. Отступай. Тут зараза. Атакует прям вовсю. Атакует прям вовсю, не дает мне отдохнуть. Ну да, давай сюда. По реке здесь, тут что-то странное делаем, но делаем. А что здесь у нас? Ой, как далеко-то я зашел. Вопрос, как отсюда теперь вылазить, да? Тут одна, что ли? Нет, две. Ну, зараза, конечно, он то, что не дал мне Сталинград окружить спокойненько и там встать и стоять. Оставляет воевать дальше 7-9 лямов. Ой, я не знаю, откуда столько народу у Советского Союза, честно говоря. По-моему, тут уже все. По-моему, здесь все решено должно быть. Ну ладно, давай, контратакуем.
каким-то макаром здесь эти земли. Вах. Танки наши просто. Танки наши быстрые, танки наши сильны, да. Сильны и опасны, и трудны. Так, а что здесь, собственно говоря? Агасики, карасики, да? Тогда давай вот так вот. Я такой хо-хо-хо, они такие ха-ха-ха. Инновации в армии, да? 35 дней, ничего себе, как мы долго воюем. Инновации в армии, а что там дальше? О, ячейка исследований за 7 дней, прекрасно. Не знаю куда, но где-то пригодится явно. Ну, зараза, то, что Москву он забрал. Просто. Конечно, заводов полно, тут ничего не скажешь. У нас, кстати, новые заводы свободны. Ну, для чего мне? Я не знаю, для чего мне еще 30 заводов пускать. Ну, просто, чего нам не хватает? Автотранспорта, броньки. Ну, броньки маловато. Пехотки куча. СТ-шек. Мы можем еще СТ-шек запустить в производство. Ну, давай. Ну, или давай сначала я линию бронетранспортеров пущу. И линию, потом СТ-шек. Вот. Средних танков 41. В принципе. Пускай будет так. То есть, ну, как бы решение такое, да? Давай. Чем бы и нет. А ну стоять. Собрался он там. Ага. Так, с этого направления давай тоже продавим. Собрался он тут атаковать, видите. Ну дает. Атакуем дальше. Не даем врагу стоять. Не даем. Он пытается, конечно. Не даем ему что делать. Какой-то я злой к врагам сегодня нынче, да, прям. Так, здесь все хорошо, там у нас давят, поэтому давай-ка сюда. Тут понадобится нам. Дивизия. Ой, как мы здесь прям прекрасно. Линию фронта. В линию фронта почему-то бреши сделали. Мне кажется, это немножко неправильно, да? То, что у нас вот такие вот здесь бреши. Опа-на! Ой, тебя дерить. Вот это вот что такое? Это как назвать? Объясните мне, пожалуйста, что я сотворил? Что я только что сделал, а? Почему я вижу там такие вот проблемы? Почему у нас здесь по 10-12 дивизий, в то время как здесь вот их ровным счетом нету? Объясните мне, пожалуйста. Линия обороны, а? Полоса обороны. Ну-ка. От винта. Ну-ка, я тебе сказал, от винта, а? Что это, мать вашу, за ногу такое? Почему наши части продавили здесь и потеряли свое влияние? Объясните мне такую популярную вещь, но почему я здесь потерял свое влияние? Вот объясни мне, тогда я тебе скажу спасибо и до свидули. Погнали. Наши танки здесь должны... улепетывать, урешетывать и все просто, что только могут делать. Скоро чувствую, на нас посыпятся эти. Ну, пробил где-то. Так. Мой просчет, то есть, да, мой просчет получается где-то. Где-то здесь в обороне мой просчет. То есть, а как? Я увел, скорее всего, отсюда два. Хотя я не понял, как. Сложно. А, вот два танка без дела стоят. Погоди. Вот два танка без дела отправляются сюда. Хорошо, сюда два танка приштопали. Так. Хитрые лисы. Сюда. Это тоже плохо. Когда тебя враг продавливает, то это явно плохо. И сюда. Будем решать вопрос этот элементарным образом. Атакуя врага в лоб. Почему бы и нет? Ну, давай, бомби, конечно же. Эль-Хаджера. Ну, и стоит объявить войну, тут сразу вступается, как бы, все ясно. Сейчас объявляем войну, и вступается наш противник, Советский Союз. Так, короче, надо будет отсюда врага убивать из Львова, это непорядок. Это вообще непорядок. Так, ну ладно, в целом, успехи нашей партии. Северная операция... прошла, правда, с небольшого ряда ЦМС-ку забрали, поэтому те, кто кричал, что абузник, уже можете не кричать, абузов нету. Абуз не вышел. 74 ляма потерял Советский Союз. Я не понимаю, как он еще до сих пор жив, здоров и все такое. Сейчас он танту получит, мне кажется, от него. Ему вот это будет еще лучше. Ой, тут мы можем, в принципе, неплохо по Синьцзяню проехаться. Думаю, это сделаем. Потом высадимся в Владивосток. И нам по логике захватить, что осталось сами.
до Сталинграда добраться, здесь до Астрахани, забрать вот эту вот центральную часть, очень богатую на очки, и, наверное, добраться до Мурманска и Архангельск. Да, ой, здесь Астрахань, прошу прощения, если я с Архангельском, не, вроде бы Астрахань, не знаю, ну ладно. То есть нам не так много осталось. Я не понимаю, что за конвои здесь топятся, то есть к чертям эти конвои вообще глупые какие-то, непонятные вот для меня, реально, конвои, что они тут делают, вообще не ясно. Откуда они там взялись, что они там делают, куда, зачем, вообще вопросов нет. Ну ладно, всем большое спасибо за просмотр, вот такая вот у нас интересная серия, немного нас продавили, но в целом мы держимся и держат наши танки. Знаешь, когда у тебя пол границы держат танки, это просто, мне кажется, уже рейх, масштабность. Надеюсь, серия вам понравится, поддержите ее лайками, комментариями, советами и всем до скорых встреч. Пока.